Привет, друзья! С вами Виктория Снежная, и вы на моем канале Home Little Home. Сегодня мы будем делать с вами румбокс детской. Кроватку двухуровневую мы уже с вами делали в предыдущих видео, и сегодня сделаем все остальное. Для румбокса я буду использовать листы плотного картона, которые у меня остались после моей предыдущей работы. Значит, я использую их для пола и обрезаю под стены, которые будут. У меня будет две стены, как у стандартного румбокса, хотя я знаю, что иногда делают еще третью стену, но мне она не нужна, потому что румбокс будет небольшой, и фотографировать с третьей стеной крайне неудобно. Так что оформляем две стеночки и пол. На пол в качестве покрытия, это же все-таки детское, у нас пойдет яркий ковер. Ковер – это розовый фетр. В качестве обоев я буду использовать два листа для скраббукинга, один голубого цвета и другой розового в белый горошек, потому что все-таки жить у нас здесь будет мальчик и девочка. И, соответственно, так как кроватку, вы уже заметили, я покрасила в розово-голубой и сделала матрасики соответствующих цветов, то и вся мебель будет разделена на розовую и голубую. Ну да, мы будем с вами стандартными ребятами, все-таки мальчик-девочка, будем придерживаться этого канона. В качестве окна я на стену приклею распечаточку с набора для рисования, но можно использовать любую распечатку любой картины. Мне она показалась просто наиболее удачной по размеру и по виду. Это картина Томаса Кинкейда «Заброшенный в горах». В качестве шторы карниза я буду использовать бамбуковые палочки из фикс-прайса, которые для поддержки растений используются. И также этими палочками задекорирую плинтуса. На стены я, пожалуй, приклею не фотографии, а, как правильно, наклейки Fluttershy и Rainbow Dash, когда они были еще поменьше. И мебель буду изготавливать из палочек, ну как они называются, палочек от мороженого, но опять же в фикс-прайсе они продавались как ярлычки для растений. Буду их склеивать и перекрашивать. Стульчики, это вы все увидите. Игрушки для малышей я буду делать из полимерной глины, как и комнатные растения.
Ну вот и все, вы видите, какой результат получился, мне он очень нравится. Все самое необходимое для малышей, это и рабочая зона с креслами, это и кроватка, чтобы спать, это стеллаж для каких-то книг или, не знаю, статуэток, фигурок, игрушек. Комнатные растения, самые простые в уходе, это кактусы, суккуленты, что там сейчас еще модно у молодежи. Картина на стене, опять же, моего любимого Томаса Кинкейда. Ну и няня-белка, которая смотрит за тем, как малыши справляются со своими повседневными задачами. Спасибо большое за просмотр. Я надеюсь, это видео было вам интересно и полезно. Я очень надеюсь на ваш пушистый лайк. И не забудьте поделиться этим видео с друзьями в своих социальных сетях. Пускай этот румбокс увидит как можно больше людей. Спасибо большое за просмотр. И до новых встреч. Ставьте свои лайки. Пока-пока.